Всего несколько шагов к вашей первой рекламной кампании. Начните работу с создания нового каталога. Задайте каталогу имя. Добавьте файлы с вашего компьютера. Выберите нужный тип контента. Это могут быть изображения, видео, аудио или текстовые файлы. Для удобства использования сортируйте файлы по имени или типу контента. В секции «Тип контента» вы можете увидеть библиотеку загруженных файлов.